Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию флакон Винченто. Любой аромат имеет свойство выветриваться и со временем утрачивать свои ароматические свойства. Поэтому выбор тары для парфюмированных косметических продуктов – дело серьезное. Те, кто разбирается в парфюмерии, прекрасно знают, что для хранения ароматических составов необходима стеклянная тара. Это касается и духов, и туалетной воды. Кроме этого, всегда так хочется, чтобы ароматические составы еще и привлекательно выглядели. В ассортименте мыла Опт вы найдете хороший выбор косметической тары для любых составов. От баночек для крема до прелестных фигурных бутылочек и флаконов под парфюмерию. Мыла Опт реализует косметическую тару как в розницу от одной единицы товара для самостоятельных косметологов и парфюмеров, так и оптовыми партиями от сотни флаконов со значительно оптовой скидкой. В нашем ассортименте представлены не просто удобные разнообразные флаконы для парфюмерии. Многие из них могут быть использованы и как подарочная тара, и как тара, обеспечивающая товарный вид парфюма. Вот так выглядит данный флакончик. Я покажу его поближе. Вот такой он фигурный. Так открывается колпачок. Легко наживается для спрея. Вот такой флакон. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!